Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Начинаем новый влог. Стою у окна, и такой белый свет на улице отражается от снега. У нас все засыпано снегом. И нет, мы не жалуемся. Это лучше, чем когда идет дождь и по колено в грязи. Лучше пусть будет снежок. Но ходим, знаете, так, как старенькие, все друг за друга держимся, потому что дикий гололед. Муж сегодня поехал в офис. Так, тихонько, шепотом, потому что дороги, конечно, все-таки скользкие, и тормозной путь длинный. И, как он говорит, тормозов нет вообще. Представляете? Купила кое-что на сайте ASOS. И я первый раз там делаю заказ, напишу вам всю информацию, оставлю ссылочки на эти товары. Мне понравилось качество, очень быстрая доставка, и, по-моему, там есть какая-то скидка на первый заказ. Но в любом случае, если вы зарегистрируетесь, вам сразу же эту скидку, скорее всего, предложат, как и мне. Выгодные цены. И я обратила внимание, что похожие товары, если не те же самые, у нас в Москве продаются с наценкой в 4 раза. Можете себе представить. В частности, я купила куртку для дочки, пальто, оказалось, пальто. И я видела в Москве в каких-то торговых центрах либо похожее, либо оно же, по-моему, даже оно в том же цвете. Да, скорее всего, оно. И стоило оно 30 с небольшим. Вот такие цены. Таймик, я хотела куртку показать людям. Что же ты сразу здесь появился? Как я буду? Я отошла за телефоном. Представляете, куртку разложила, а Саймон уже здесь. Ну и что? Ну ладно, давайте на другом рукаве. Заказала куртку на сайте ASOS. Это доставка из... Откуда идет? Из Германии, по-моему, да. Но напишу вам в любом случае, если вдруг что-то перепутала. Очень модный сейчас цвет. Такая вот непромокаемая ткань. Хаки. На рукавах нет никаких затяжек. Она утепленная. То есть там есть искусственный мех, во-первых, вот здесь. И внутри еще подкладка, которую можно стирать. Очень удобный способ затяжки. Видите, можно сделать талию. То есть берете оверсайз. Это специально такой большой размер для того, чтобы... модный был силуэт. Здесь есть что? Да, есть карманы настоящие. Вот так открываются они. И это хорошо, на самом деле ничего из них не вывалится. Телефон можно хранить спокойно. И внизу, видите, тоже есть возможность подсобрать. Если сильный ветер, то тогда имеет смысл затягивать. Пальто, получается, да, я думала, будет куртка. Нет, пальто. Но это хорошо, что оно примерно до колена. Ей, ну, у нее высокий рост, 1,80 м, поэтому у меня 1,70 м, у нее 1,80 м. Там у нас все гремит, жужжит, кофеварка варит кофе. В общем, очень удобная вещь. Такой вот, видите, большой капюшон, глубокий, хороший капюшон. И Саймон тут, ну, прям, да, капюшон номер 2 сидит. Я оставлю вам ссылочку, мы с трудом ее нашли, и я видела, в Москве перепродают вот эту куртку. Тысячи за, наверное, 30 примерно. И сейчас очень модный просто этот силуэт. И я не удивлюсь, если покупают за эти деньги. Да, хорошо, красиво, знаете, выглядит. Саймик, ну твоя. Ты будешь носить, да, Саймон? Ты будешь носить куртку, что ли? Тоже заказала. Смотрите-ка, мы прошлись по хаке, по цвету. Такой кардиган. Саймон, ты опять здесь. Ну, смотрите, что творится. Он прям перебегает с вещи на вещь. О, счастье-то какое. Подожди, дай покажу. Ты отойди со своим хвостом. Ой, Саймик, отодвинься. Что ты? Ну, это на запах, да? Вы понимаете, вот так, с перевязочкой. Не очень я люблю вот такие, когда длинные пояса, но, с другой стороны, сама по себе вещь очень хорошая, она совсем там недорогая, цвет неправильно передает. Я постараюсь вот так сейчас вам сделать и показать тогда этот цвет отдельно. Этот кадр, он чуть более зеленый.
ну, хаки, но в такой темно-темно-зеленый цвет, травянистый, уходящий. Цвет симпатичный, мне нравится. Также это красивые, ровненькие. В общем, хорошее качество у них, одежда очень хорошая. Хочу с вами поделиться новинками в уходе. То, что мне прислали, мне было безумно приятно. К Новому году такой прекрасный подарок. Приехал он от бренда Плеяна. Спасибо огромное за ваше внимание ко мне. Как вы знаете, я люблю косметику Плеяна. Мне подходит профуход. У них без ароматов косметика. И за исключением некоторых очень активных каких-то компонентов, они могут иметь такой специфический аромат, но это проф, это очень действенный, хороший уход, и мне прислали как раз все такое вот проверенное, все то, что я люблю. Вот такую сумочку замечательную шопер вы можете получить по промокоду, который я вам оставлю в описании к этому видео. Это мой личный промокод и еще набор косметики вы тоже получите при заказе. Вот что было внутри. Сказать, что с вами было очень приятно сотрудничать. Бренд Плеяна, спасибо вам огромное за вашу щедрость, за ваше внимание к моим зрителям. Мы с вами делали конкурс с подарками от этого бренда. И мне безумно приятно принимать подарки от вас. Знаю, что многие мои зрители уже после наших разборов, обзоров и моего тестирования средств данного бренда попробовали. И многие перешли на эту косметику. И очень-очень довольны. Громадное спасибо. Это интенсивный крем, который должен отвечать за усиление регенерации. Такой крем от бренда Плеяна я еще не пробовала. Это очень интересно. Великолепное средство для питания кожи. Комбинация активных ингредиентов обеспечивает интенсивное питание, защиту от преждевременного старения, проявления усталости, замечательно, проникновение компонентов без нарушения структуры кожи, чудесно, то есть он не раздражает, а наоборот успокаивает и содержит активные компоненты. Следующее, что я очень-очень люблю, энзипил, это энзимное средство, такая вот маска, наносится она на чуть увлажненную кожу. Вы можете сделать легкий массаж прямо по ней и оставить для работы на коже на несколько минут, а затем ее скатать, как скатку. Кожа становится просто зеркально ровненькой, поры сужаются. Великолепное средство, которое я бы рекомендовала для тех, у кого кожа чувствительная, на все на свете реагирует покраснениями. И вот это как раз средство разработано специально для тех, у кого очень чувствительная кожа. Однако она подойдет, естественно, для любого типа кожи. Для всех, кто заинтересован в гладкой, красивой коже и кто понимает важность эксфолиации в уходе. Следующее, что вы меня просили протестировать активно, это средство с ретинолом. Актив крем with retinol 0,25%. Знаете, что я вам хочу сказать? Профессиональная косметика работает гораздо лучше, я уже убедилась на себе, даже в маленьком проценте ретинола и кислот, чем та косметика, к которой мы привыкли, ну, то есть вот все, что можно купить в обычном супермаркете или, например, люкс. Удивительно, но бренду Плеяна удается сделать активные, хорошо работающие формулы с ретинолом в совсем небольшом проценте. То есть здесь какая-то очень правильная форма. Я о ретиноле вообще рассказывала в отдельном видео. Кому интересно, загляните туда. Насколько помню, этот крем я пробовала и увидела результат уже после 2 недель даже использования. Поры сужаются, становится кожа более ровной, начинают пропадать какие-то неровности, подкожники, выравнивается текстура. Это из того, что можно заметить сразу. Рада свои ощущения освежить от этого крема. И сейчас как раз то время, которое благоприятно для использования ретинола. Хорошая степень увлажнения, глубоко крем впитывается, это ламеллярная эмульсия, крем-серум, контур интенсив. Можно использовать под глаза, можно использовать для лица, для зоны шеи, декольте, куда угодно. И мне именно он понравился в качестве вот такого
ухода. Когда-то я его пробовала, многофункционального. Даже брала его с собой, когда куда-то уезжала, в течение дня добавляла под глаза. Отличный крем, аромата нет и один из самых комфортных. Молочко для умывания. Я использую такие средства по утрам. И благодаря им моя кожа не пересушена. И нет стянутости, чувства стянутости. После умывания у нас вода довольно жесткая, и я всегда стремлюсь найти что-то такое полегче. На утренний уход не хочется лишний раз кожу переочищать, особенно если нет, ну, разумеется, нет по утрам никакого макияжа, то очень глубокое очищение с пеной, оно и не требуется. Для моего типа кожи и вообще для кожи взрослой я порекомендовала вот как раз такой вариант. Мал — это такая вот спа-водичка для увлажнения кожи, можно сказать, тоник с полезными компонентами. Здесь василек и липа, то, что снимает раздражение, увлажняет кожу, смягчает ее. И я вам уже рассказывала, что использую вот такие натуральные тонеры, водички, которые ухаживают за кожей. Использую под крем, под сыворотку и даже в течение дня просто наношу на весь уход. И вот об этой маске Active Revival я вам рассказывала. Это крем-маска, можно ее не смывать, то есть можно использовать в качестве крема, а можно использовать как маску плотным слоем, а потом остаточки, то, что не впиталось, убрать. Но мне было настолько жалко, здесь такой хороший состав, и она настолько комфортна для кожи, и раздражение снимает, и питает, и увлажняет, при этом впитывается просто почти без остатка, оставляя такую приятную, увлажненную, при этом как будто бы чуть бархатистую кожу. Приятное средство, которое, на мой взгляд, может подойти для кожи любого типа. И даже под глаза я ее наносила, на зону шеи, декольте. Вот с этим средством мне нужен был даже крем под глаза. То есть оно перекрывало полностью все потребности. Очень хорошее, советую вам попробовать. Благодарю еще раз бренд Плеяна за внимание, за щедрость и за то, что всегда откликаетесь на мои идеи о конкурсах. Всегда готовы предоставить хорошие, качественные, красивые, шикарные подарки для моих зрителей. Мы уже несколько конкурсов с вами провели. И многие мои зрители теперь с огромным удовольствием заказывают вашу косметику. И я напоминаю, что вы можете использовать мой личный промокод и получить потрясающие подарки. По-моему, по 5 мл. Вот такие хорошие прямо упаковочки и различные средства уходовые, и в том числе самые небюджетные в их линейке. Есть более бюджетные, я вам рассказывала, есть такие более сложные. Мои зрители уже попробовали, пробуют косметику, и кто-то им даже рекомендовал из их друзей тоже использовать косметику Плеяна. Потому что все-таки я считаю, антивозрастной уход он должен быть несколько иным, нежели очень-очень какой-то бюджетный и такой слабодействующий с очень простыми составами для юной кожи. На мой взгляд, можно сэкономить на базовых каких-то средствах, но сыворотки все-таки лучше, пилинги приобретать в профуходе. Все, что мне присылают, то есть это для обычных потребителей. Вы можете сделать заказ на сайте и то же самое заказать. Просто получайте подарки, не забывайте про это. Пишите, пожалуйста, что используете сейчас вы. У меня кожа очень сохнет в период отопительный. Вот я сейчас стою около окна, понимаю, что дико дует из окон, но если мы закроем, то совсем не будет никакого воздуха. Поэтому включаем батареи, но становится жарко, кожа сохнет. Ну, я думаю, меня поймут те, кто испытывает ту же самую проблему. Так что я стараюсь максимально сейчас и увлажнять, и питать кожу, делать какие-то масочки, о чем всегда вам рассказываю.
ждать вас в комментариях, мои дорогие. И прощаюсь, но ненадолго. Увидимся в новых роликах. Желаю вам удачи и, конечно же, будьте благодарны за то, что имеете.